Белорусская энергосистема выдержала тест на автономность. Испытания с отключением наших линий электропередач с Литвой прошли успешно. Тест проходил в два этапа. Он был необходим, чтобы изучить, как белорусская энергосистема действует в автономном режиме. Как отметили в Белэнерго, испытания подтвердили готовность белорусских энергетических объектов работать без связи с литовской стороной. В Минске могут появиться дополнительные инвестиционные площадки. Усилить работу по их определению поручил мэр столицы Владимир Кухарев. По его словам, необходимо активнее создавать в городе привлекательные для инвесторов площадки, а также осваивать имеющиеся. Кроме того, поручено пересмотреть функциональное назначение тех инвестплощадок, которые все еще остаются невостребованными. В стране выросла стоимость на автомобильное топливо. Литр 98-го бензина стоит 2 рубля 12 копеек. 95-й, как и дизельный, обойдется в рубль 90. За 92-й придется отдать рубль 80 копеек. В концерне отметили, что розничные цены с начала года увеличены в среднем на 4,9%. В Могилевской области пройдет акция «Чистый водоем». Принять участие в экодвижении могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в районное учреждение общества охотников и рыболовов по месту жительства, где выдадут все необходимое для сбора мусора, а также помогут с вывозом. Акция продлится с 16 по 24 апреля. В Беларуси пройдет X-Factor. Претендентов будут оценивать в четырех категориях. Девушки и парни от 16 до 24, участники от 25 и старше, а также вокальные коллективы. Все, кто планирует посетить живые прослушивания в своем городе, должны обязательно пройти предварительную регистрацию на сайте, который вы видите на экранах. Накануне предкастинга зарегистрировавшиеся участники получат СМС-сообщение с указанием даты, времени и адреса проведения прослушивания.